Ever had one of those nights that starts out like any other, but ends up being the best night of your life? Как дружеская пирушка может обернуться концом света и гибелью почти всего человечества, рассказывает лента Эдгара Райта. Для режиссера это не первая попытка посмеяться над антиутопией. 6 лет назад он снял комедию о зомби. I saw the boys the other day. Uh-huh. We're going to go back to Newton Haven. Why? 5 guys, 12 pubs, 50 pints. 60 pints. Steady on, you Alkin. This is our chance to finally finish what we started. We are going to do the Golden Mile, and this time we are going to see it through to the bitter end. Пятеро друзей возвращаются в родной городок. Им кажется, что их там больше не любят, относятся настороженно. И тогда они решают организовать попойку, как в старые добрые времена. И в результате получается, что эта пьянка их и спасает. Премьера ленты только что состоялась в Лондоне. You come back and everything's sort of weird. I suggest you get on your way. It's not us that's changed. It's the town. We are going to get to the world's end if it kills us. Мне нужно было войти в форму, мне нужно было, чтобы мой герой был подтянут, молодцеват. Я пример брал со старых рокеров вроде Игги Попа и Мика Джаггера. Им удается до сих пор выглядеть очень хорошо. Фильм выходит в британский прокат 19 июля. I remember the Monday mornings. Yeah, that's why we're going back on a Friday.